Всем привет, друзья! Вы на канале Cool Games, и сегодня мы с вами продолжим играть в игру под названием Facepalm Quest. Здесь очень необычные шутки, и вообще это очень и очень упоротая игра. Поэтому ставьте лайки и давайте уже начинать. Выбор уровня. Мы остановились на... Так, Илон Маск был, вот, 8-й. Что это за чудище? Это какая-то мясорубка. Овощи очень довольны почему-то, я не знаю, потому что, ну, как бы их же сейчас будут тут перемалывать на мясорубке. Эта мясорубка почему-то очень стрёмная с усами, и у нее очень сильный кулак, рука. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Так, смотрите, повар-вегетарианец какой-то здесь. Томатос, чё написано? Ладно, короче, давай закидывайте этих в мясорубку. Так, а, эта рука специально накачанная, потому что она... Эти овощи берет и перемалывает, туда закидывает, жесть. Смотрите, как поменялись выражения лиц овощей. Что такое? Что, уже страшно стало молоть? О, фарш. Костяшки всякие. Жесть, вот это мясорубочка. Ну, я бы хотел себе такую на кухню мясорубку. Прикиньте, как она бы перемалывала все. И энергию не нужно тратить, она сама как-то крутит все. Смотри, вот это что, редиска, редька, это рот какой, как тоннель. Ладно, ты следующий, значит, будешь. Давай, закидывай его. А, нет, морковка ушла. Жесть, смотри, смотри на них. Давай, тоже сюда. Все. 100% веганский продукт. Только уровень не пройден. Веганский салатик. Или котлеты будем печь из этого. Ладно. Что-то нужно сделать по-другому. Давай-ка ты. Чего они такие все довольные? Чего они все довольные? Давай нажмем, подержим, потягаем. Давай. Может, что-то нужно сжать быстро-быстро. Я не знаю, ребят, что-то нам нужно сделать, чтобы это было не веганское что-то. Этот рот открыл, я вообще в шоке, как он это делает. Да, нет, ничего не получается, 100% веган. Ладно, давай мы подсказку. Нажать, окей, а дальше? Нажать, а дальше? Сразу же. Ну, дальше. На это... А, нажать. О, что? О, каннибал. Овощ каннибал. Каннибализм овощной, ребята. Вот так, он съел своих друзей. Жесть. А это же редиска какая-то. Кто это был? Редька, вернее, да? Это редька. Жесть, короче, что здесь происходило? Опа. Это ММА, да? Бои, у нас бои. Так, Джонни Бой против... Кто это против него? Джонни Бой против кого? Ну, короче, весовая категория тут непонятная какая. Явно, что у них немножко есть разница в весе. Ладно, но нам нужно, ну, скорее всего, конечно, вот этот справа, который побольше должен победить. Ну, нам нужно сделать, чтобы победил наш Джонни Бой. Джонни Бой, давай. Уи! Опасный, да, я сам испугался. Ну, а ты что? А он сразу к делу. Все, удушающим завалил. Так, нажимай, он сразу к делу. Короче, нам нужно из Джонни Боя сделать настоящего какого-то супермена. Давай его... Опа! Опа, Джонни Бой, подожди. Это что? Это же вот эта вот пената, как ты ее, да? Которую бьешь? Вообще, это кто такие Джонни Бой, ребят? Это может из этого, из игры? А, как она называется? Ладно, ребят, вы если знаете, напишите, кто такой Джонни Бой. Но мы сейчас будем бить вот эту штуку. Что? Что? Я не знаю, кто это придумывает. Смотрите, что в глазах? Что такое? Вот это жесть. И они бьют? Она была сделана из... Уровень пройден. Короче, Джонни Бой все равно проиграл. Ребят, напишите, что здесь происходило, а я лучше пойду дальше. Так, тик-ток. Тик-как. Тик-как, ребята. Ладно, кстати, у меня тоже есть тик-как. Подписывайтесь на него. Ссылочку я, наверное, оставлю в описании. Никогда не оставлял ссылочки в описании. Оставлю на тик-как ссылочку. Подписывайтесь, переходите. Правда, я там мало пока что все закидываю, но если будут подписываться люди, то буду и что-нибудь туда снимать. Хорошо, но мы смотрим, что здесь будет. Это у нас что? Это у нас беременная женщина, да? Опа.
и сразу туда. То есть, как бы тут показывается, что дети, как только рождаются, сразу в тик-как лезут. Давай, следующий. Дочка тоже туда, сын, дочка туда, следующий. Кто? Тоже туда. Эй, вам больше нечем заняться, в тик-каке только лазить. Да, бедная мамаша говорит, зачем я вас родила? Нет, ну, я не знаю, мы должны это все изменить. Для этого нам нужно что-то сделать с тик-каком. А, я не знаю, что сделать. Давай нажмем. Ну, нажали. Дальше нажимаем. Так. Ну, нажали. Так. Дальше. Жмем, жмем, жмем сюда. Так. Что они сделали? Это... Что? Что произошло? Давай Машу нажмем. Фейспалм. Уровень пройден. Короче, вот так вот. Все равно они там, знаете, как в ТикТоке что-то там делают, скручивают, что-то там повторяют. И вот, вот, все они все равно... Короче, им ничего не поможет, походу. Так, наш пончик. Наш пончик. Где он находится, я не понимаю. Вообще не знаю, кто это... А, Губка Боб здесь продает. Губка Боб это современный. Это в Киберпанке. Он продает... Органика, интернал органика. Смотри, голова в банке. Жесть, что это такое? А вот это что за свинья и лошадь? Жесть. Морожка валяется, таракан кушает. Что? Типа скользкий пол? Только он скользкий, потому что кто-то наделал на пол. Вообще, ребят, что за игра? Сидит этот петушок. Разноцветный. Пицца. И я не знаю, кто это. Прозрачный какой-то лизун, монстр. Вообще, где мы находимся? Ну что ты будешь покупать? Давай, Губка Боб. Пончик нам. Живой пончик, ты будешь его есть? И, смотри, он ест и довольный. И говорит, вот это да, шевелится, говорит. Я не знаю, ребят, это самая упоротая игра. Я таких, наверное, упоротых еще не видел. Да, симулятор оленя упоротая игра, но здесь тоже это просто жесть. Я даже не знаю, что здесь нажать. Давай вот этих нажмем. Что вы тут делаете? Давай подсказку. Я просто даже не хочу больше думать особо. Нажимаем, нажимаем, нажимаем. Что, Губка Боб, ты чего? Тоже надкусил этого пончика? Уровень не пройден. Уровень не пройден? Так, он говорит, нужно есть. Давай жмем, 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 жмем. Опа, а эти давай. Что? Пончика этого? У него начинка вылилась, а эти лизать. Да что, давай. Губка Боб, ты чего? Короче, валим отсюда, ребята. Опа, это уже поинтересней. Это какой-то этот, тираннозавр, что ли, получается, да, динозавр? Он. Я не понимаю, что здесь. Короче, приготовили какую-то вот еду. И вот этим чувакам приготовили. А кто это? Какие-то батоны вообще? Или это то, о чем я подумал? Ладно. Они боятся. Ну, тут динозавр ждет, когда откроют. Давай, открывай. А, они все повара. Они здесь, наверное, в этом, не знаю, ресторане принесли еду вот этому тираннозавру. Но они боятся, что ему не понравится. Ну, это круассан. Это круассаны, да. Динозавру пока что нравится, давай. Что они сделали с ним? Эй, повар, ты чё, с ума сошел? Что происходит здесь? Что это такое? Нажимаем, держим. А, это генокрокодил, получается, играет на гармошке или что? Что дальше? Нажимаем, держим. Дальше. Открываем. Эльфиевая башня. Дальше. Что? Какой-то метеорит упал. Короче, они в любом случае хотели завалить этого динозавра. Жесть. Жесть. Короче, ребят, я не знаю. Это просто упоротость. Упоротость. Упоротая. Дерево. Смотрите, дерево. Че оно такого цвета, дерево? Заключенное дерево, что ли? Змеи, ну все, давай. Вот, там растут ананасы, бананы, яблоки. Обезьянки всякие. Гориллы. Что дальше? Давай. Так, нажимаем. Нажимаем, дальше. Нажимаем, держим.
Опа, космический корабль какой-то упал. Так, а что мы будем делать? Давай-ка. Нажимаем еще. Рыба какая-то. Я вообще, честно, фейспалм. Я вообще не понимаю. Я не понимаю, лучше идти дальше. Так, Эверест, да? Походу, гора. Смотри, справа здесь какие-то боги, наверное, типа, да? Смотрит, наблюдает. Слева кто-то медитирует, что? Глаз Саурумана этого, да? Как его там зовут? Здесь наш пончик лезет покорять Эверест. Эверест очень злой и коварный. Вы видите эти зубы, потому что много людей погибло, пытаясь на него забраться. Здесь что-то еще, волки, собаки лезут. Что это такое? Ладно, я просто жму. Давай, чувак, ты сможешь покорить Эверест. Написано «Опасная зона». Так, давай нажмем сюда. Потягаем что-нибудь, давай, вот это. Что происходит, что происходит? Давай подсказку. Опа, оп, красава, залез. А что дальше? Что дальше, что будем дальше делать? Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Что это такое? Что это было? О, это вулкан оказался. О-о, фейспалм. Жесть, игра пройдена. Секретный уровень, ребят, наконец-то она пройдена. Наконец-то я прошел эту игру. А, чтобы я понимал, это что? Чувак сидит в туалете и смотрит в телефон. И это что нужно поставить? Типа отстой или лайк, да? Лайк, дизлайк. Ну, давай мы поставим. Фотка как, нормальная? Нормально, лайк. Не пройден, я понял. Дизлайк. Так, так, так. А как-то... О! Лайкос? Лайкос? Или дизлайк? Короче, все, все отстой ставим. Это, кстати, все... Все персонажи, которых мы прошли. Рука вот эта. Гора. Все, нам нужно ставить все дизлайк. Или кому-то нужно ставить лайк. Так. Что здесь нужно сделать? Ну. Нажать держать руку. Опа. И что дальше? Что за дискотека? Что? Что за секретный уровень? Уровень пройден. Рейтинг, типа поставить отзыв? Угу. Угу, да, хотят отзыв. Я не знаю, честно говоря, какой отзыв сюда ставить, но я рад, что наконец-то мы закончили эту игру, ребята. С меня хватит, просто с меня хватит. Все, это самые упоротые и непонятные шутки. Я не знаю, кто их понимает, но не я. Все, ребятки, вот такая вот была игра. Мы ее наконец-то дошли до конца. Есть еще несколько других версий. Если хотите, то я поиграю. Надеюсь, что там не настолько все упорото будет. Ну а на этом мы заканчиваем. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Всем удачи и пока-пока.